Так, други мои, всем привет! Сегодня мы с вами будем делать обзор и распаковку вот такого вот караоке микрофона. Снимаю здесь на балконе, не хочу на столе, потому что неудобно будет, здесь вот так можно все показать. Значит, приобрел я его буквально сегодня на Парнасе, в магазине, который торгует не только микрофонами, но там много всяких зарядок, чехлов и прочего. Забрал я его, за 795 рублей. Было он только в двух цветах, в черном и розовое золото. Черный микрофон мне не очень хотелось. Хотелось либо серебристый, либо золотистый, но был розовое золото, взял розовое золото, без разницы. Значит, называется он VS-858. Вот такой вот он. Сейчас мы его сами раскроем. Продавец, девушка проверяла там его, ну, на то, что работает, не работает. Вот. Я послушал, там все работает. Сейчас будем распаковывать. Только единственное, я не помню, как она его открывала. А вот, ларчик просто открывался. Так, что мы видим? Ох, какой он классный, мама дорогая. Так, вот такой вот микрофон. Слушайте, а он легенький. Он практически легенький. Вот он, вот такой вот микрофончик. Что-то колонка как-то, может, так и должно быть, не знаю. Так, вот такой вот микрофон. Единственное, что... А, здесь все есть. Значит, смотрите, USB, AUX, потом что еще? TF какой-то и 5V. Не знаю, может, к телевизору, наверное, еще подключается. Так, здесь вот такая вот инструкция на китайском языке. Иероглифы я их прочитать не смогу. Ну и, в принципе, ребята, смотрите, вот такой вот маленький, тонюсенький зарядничек. И, по-моему, мне кажется, что он уже, а может и нет, не знаю. Ну что это такое? О, совсем ни о чем. Вот, смотрите, какой. Малепусечный вообще. Ну, я его, наверное, даже не буду, если у меня мой подойдет от экшн-камеры, то я, соответственно, буду пользоваться его, потому что, ну, смысла нету такую малепусенькую зарядку потерять еще потом куда-нибудь. Пусть она лежит как запасная, мало ли что там. Так, ладно, закрываем. И, в принципе, друзья мои, все. Коробка пустая, больше в ней ничего нет. Ну, а что вы хотите, больше ничего нет. Так, я не знаю, как он включается, делаю все при вас. Так. Next, это, я так понимаю, вперед-назад, да? Volume, звук. Так, это запись, это... А, значит, вот включение. Так, правильно? Нет? Алло, нет. А, включается, во. Значит, смотрите, включается вот здесь наверху. И как мне понять, что он включился? Потому что она это сделала очень быстро. Индикатор должен... А, должен загореться индикатор. Так, значит, нужно надолго ее зажать. Во. Загорелся вот здесь индикатор. Ой, ребята, а он что-то фонит. Может, так и должно быть. Не знаю. Так, значит, что тут? Мьюзик какой-то, звук на громкую. На громкую. О, вот так. О, работает. Как этот Юрий Гальцев. Работает. Так. Ну и по сути получается и все. То есть по сути вот что тут еще? Скан, переключение. Единственное, я не знаю, как его подключать. А, вот он здесь может и записывать одновременно. Но записать-то он запишет. А куда тут? Может быть, можно куда-то карту памяти вставить? А, вот. Вот сюда вставляется карточка памяти, вы можете записать, и, соответственно, он... Ну, честно сказать, ребят, что-то мне микрофончик этот как-то не очень. Но он работает, вот, я, слышно меня, да? Обзорная экскурсия по городу Санкт-Петербурга. Приглашаем, вот. Прям как в автобусе. Единственное, что мне непонятно, как его подсоединить к USB. Или он к USB вообще не подключается, я не знаю. А, к USB, в смысле не к USB, а к этому, по Bluetooth, он, интересно, работает. В общем, короче, ладно, сейчас попробую, настроится ли он через Bluetooth. Если настроится, хорошо, нет, значит... Ну, посмотрим, ладно, пока вот так, ребята, вот такой вот он. Все, ребята, разобрался, все очень просто, значит... Просто включаете на телефоне USB, он находит 858 и подключается. Единственное, мне не нравится вот этот вот внутри там что-то вот шумит. Может, это так и должно быть, я не знаю. Но, по крайней мере, пока работает. Работает и работает. А что там шумит, я не знаю.
Так, ну и в принципе, можно так сказать и все. Значит, смотрите, все очень просто. Включаете, все работает. Кнопочки громкости, значит, перемотка вперед-назад, запись, когда вставляете карту памяти вот сюда, нажимаете кнопку запись, идет запись. Ну и, соответственно, это поставить на стоп, а это вперед-назад. Все. И вот это вот сделать отдаленное эхо. А можно говорить вот так. То есть практически все. Сейчас попробую какую-нибудь песенку подключить и посмотреть, будет ли это работать. Кто более-менее разобрался, как пользоваться данным прибором. Единственное, еще раз говорю, мне не нравится вот это шебушание внутри. Ну, я не знаю, может так и должно быть. Вот, сейчас попробую подключить минусовку, попробовать спеть и посмотреть, как это будет выглядеть на камере. Поехали. Запомни мир, каким он был, где сердцу ты любовь простил, где закрываются глаза, приходят снова сны непонятные уму, заполнят светом пустоту, со вспышкой света поутру все исчезает медленно, но пульс усыпляет, и снится небу снег, 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 зима за облаками, мечты твои пусты, я знаю, снег, 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 летит с небес не тая. Ты рядом хочешь быть, я знаю. Мы души греем каждый год, уходит солнце в небосвод, и удаляясь от звезды, все станет белым. Кристаллы снега упадут, они остались, свет зовут, и я иду на белый суд, и он сверкает медленно ночь, пульс усыпляет, и снится небу снег, 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 зима за облаками. Мечты твои пусты, я знаю. Снег, 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 летит с небес не тая. Ты рядом хочешь быть, я знаю. Часы устыли, боль ушла, и от покоя тишина. А где-то бред, а где-то дым, и мир когда-то был иным. И снится небу снег, 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 зима за облаками, мечты твои пусты, я знаю. Снег, 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 летит с небес не тая, ты рядом хочешь быть. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю.
я знаю. Ну, как-то так, ребята. Не знаю, мне понравилось.